поблагодарить прежде всего за смелость судью Гришину, судью Кировского районного суда, который справедливо рассмотрел данное дело, несмотря на то, что здесь есть предыстория в виде того, что мой доверитель признавал полностью вину на стадии предварительного следствия и заявил ходатайство об особом порядке судебного производства. И вот именно принципиальность судьи Кировского районного суда Гришиной Жанны Олеговны, она своим решением отменила особый порядок и рассмотрела дело в общем порядке, разобрались в этой ситуации и вынесла законный, обоснованный приговор оправдательный. Вот что я могу сказать. На вашей практике в Саратовской области стал чаще выносить оправдательные приговоры? Ну, скажем так, что за последние два года немножко чаще, но тенденция, когда все-таки оправдательный приговор замыливается, она еще не потеряла своей актуальности. Вот сегодня решение судьи Аниканова, оно, по-вашему, справедливо? Вот оно показывает? По моему мнению, я считаю, что данное решение справедливо, законно и обоснованно. И областной суд, я считаю, честно подошел к решению этого дела.